вот эта славная очередь людей стоит на медкомиссии, потому что наше родное правительство оказало очередную услугу, добрую в кавычках населению, повысило, собирается вернее повысить, согласно там указу какого-то с 22 ноября, сегодня 21 ноября, стоимость медицинской справки, точнее не самой медицинской справки, а составляющей от нарколога. То есть туда теперь должен быть включен какой-то анализ, не знаю, там мочи или крови, видимо, офигенно дорогостоящий, потому что сам этот анализ, справку от нарколога удорожает в 10 раз. То есть сейчас она стоит 600 рублей, а должна стоить что-то около порядка 5000 рублей. Вот, спасибо нашему родному правительству. Власти.